Всем привет! Сегодня еще очень одно хорошее упражнение, которое тоже делается в широком шаге. У меня уже было видео, где я подробно разбирал широкий шаг, какой он должен быть. И сегодня в таком же широком шаге будет делать упражнение треугольник. Мы становимся в широкий шаг. Опять же, пяточка напротив пятки, носочек напротив носка. Широкий шаг, я напоминаю, колено над пяткой, колено над пяткой. Это ваша позиция. И вы представили, что вы стали возле стенки, сзади как будто стенка. Вы стены касаетесь плечами и ягодицами. И вы делаете выдох, по стеночке идете до какого-то своего комфортного предела. Возвращение, вдох. Идет мягкий, плавный выдох. И идет вдох. Вас как будто за руку тянут, вот вы дошли до какого-то своего предела, а потом мягко опустились. Не надо уходить глубоко, можно уйти глубоко, но здесь не надо. Вы вот дошли до комфорта, вернулись, вдох, выдох, вдох. Шея вытягивается, продолжение позвоночника, вдох, стопа возвращается, выдох, шея вытянулась, вдох. Делайте от 5 до 8 повторений приблизительно, или по ощущениям. Делайте эту связочку. Она раскрывает вам грудной отдел, вытягивает поясницу, прорабатывает колени, прорабатывает тазобедренные суставы, делает крепкие ноги. И потом вы доходите, вот, дотянулись, дошли. Сначала дошли вот так, а потом, если можно, вы можете ниже опуститься, но поначалу просто останетесь. Вытяните шею, копчик в одну сторону, макушка в другую. Лопатки вниз и спокойно подышите. От 5 вдохов-выдохов до 10 по ощущениям. Верхняя рука продолжает нижнюю. И мягко, плавно, как бы за верхнюю руку, позвонок за позвонком, мы вытягиваемся. Вдох. На выдохе мы уходим. А в другую сторону доходим до комфортного предела, вытянулись от макушки до копчика и чуть-чуть задержались. Мягко, плавно вас вытягивает за верхнюю руку, нога отталкивает и несколько вдохов-выдохов спокойных. Покажу возможную ошибку. Я как сказал, мы касаемся стенки, мы по стеночке опускаемся. Вот мы ровно по стеночке опускаемся. Ошибка — это отход от стены, когда люди идут, падают вперед. Вы не должны падать вперед, вы должны быть касаться стенки. Поэтому если вы вот дошли, и человек чувствует, что ну уже не может, он уходит вперед и уходит глубже. Здесь не смысл уйти глубже, здесь смысл уйти более ровно до какого-то комфортного предела. То есть вот вы уйдете, уйдете куда-то, как, да? Но не смысл уйти вперед. Поэтому практикуйте, будут сильные ноги, раскроются тазобедренные суставы, грудная клетка и оздоровится позвоночник. На сегодня все, всем пока.